Трибуна, пожалуйста, снимите, пожалуйста. Представьте, пожалуйста. Смотри, Владимир Васильевич. Когда и где вы родились? Большая Ничка. 31 августа, 74-го. Образование, пожалуйста. Выше. Не работаете кем? Черногорское делостроение. Работал генеральным директором. Сейчас учредитель. Директор компании генерального лового окна. Проживаете где? Космонавт 29Д, Черногорск. А прописано? Советская 676, Черногорск. Тут вы будете допрошены, судебного заседания по ходатайству защиты. Я вам разъясняю, что 51-й Конституции Российской Федерации, потому что вы правильно свидетельствовать против самого себя, своих близких родственников. Ну, вот это понятно. Да. Вы желаете давать показания на судебном заседании? Ваш вопрос будет проходить с участием адвоката, защиты и обеспечения. Пожалуйста, сторона защиты. Можете выступить. Василий Васильевич, подскажите, пожалуйста, вот в 2015 году в какой должности и где вы состояли и какие курсы осуществляли при строительстве? Период какой? 2015 год, где-то осень. До 10 августа я был генеральный директор Черногорского делостроя. После 10-го просто учредитель Черногорского делостроя. Ну, как там со строительством домов? Были бы связаны? В чем ваша участие? Заключал контракты первые я по строительству домов. Оставшиеся после 10-го заключали уже заключала генеральный директор, назначенный новый. Значит, по причине того, что, ну, скажем, наверное, на понятийных отношениях была договоренность, и ответственность лежала на мне, как на лице, физлице, скажем так, остался отвечать за строительство я, хоть и генеральный директор сменился. Значит, я остался отвечать и находился на стройке, вел контроль за строительством и старался избежать всех ситуаций, которые могли быть связаны, значит, в итоге с недоделкой домов или недостройкой, с незавершением строительства в общем. Так, подскажите, вот в связи с пожарами, которые произошли в Шира, то есть Черногорск хотел строить, какое отношение у него к строительству? Но у нас были заключены договора, контракты, их было порядка 10, насколько я помню, на строительство домов в Шира. Так, вот на период 10-20 ноября 2015 года какая была обстановка со строительством домов, с оплатой, с подрядным организациям? Ну, строительство практически было завершено, но в процессе эксплуатации было выявлено много, значит, недоделок и нарушений, которые визуальным образом определить было невозможно. Значит, с первыми морозами там начали где-то там лопаться трубы, где-то что-то еще. Поэтому все субподрядные организации были призваны к тому, чтобы доделывать. Значит, кто не появился на стройке, были наняты со стороны люди, которые доделывали, значит, бригады, созданы, которые доделывали эти недоделки за субподрядные организации, которые, значит, не доделывали, не хотели этого делать. Так, а подскажите, вот кто и каким образом решал вопрос о готовности построенного объекта? Ну, там 4 комиссии было, значит, о готовности. Мы объявили еще в октябре о том, что у нас готовы дома. Значит, прошел Народный фронт, появились люди, недовольные строительством, у которых появились замечания. Значит, мы собирались совещания каждый день, проходили. Значит, на совещании было вынесено решение, что нужно пройти по всем домам, недоделки устранить. Мы прошли по всем домам, недоделки устранили. Объявили о том, что недоделки устранили. Значит, была создана еще одна комиссия на базе представителей правительства, кабинета, значит, администрации правительства. Туда же входили, значит, с Минстроя представители, причем такие достаточно серьезные начальники отделов. Они на постоянное место жительства туда приехали и пока не завершили, не уехали. Значит, и принимали дома коллегиально. То есть не было такого, не позволялось, значит,
либо генподрядчику, либо одному представителю администрации, либо Минстроя подписать какой-то, я не знаю, реестр, там реестры у нас были, значит, о окончании строительства от жителя, если нет, значит, в сумме вот той команды, которая должна все это подписывать, значит, в присутствии всех. Вот приехало 4 человека, если решили вопрос, что 4 человека будет принимать, значит, 4 человека должно присутствовать при подписании этого реестра. Проехали, объехали все дома, подписали все, значит, у всех жителей, чтобы не было там, что давление оказывалось или что-то еще. Значит, и снова объявили о том, что строительство закончено. Но дело в том, что там какие-то жалобы были, может быть, это было до того, как прошли уже с реестром. Но по жалобам обращения были в прокуратуру. Значит, прокуратура занялась тоже. Прокуратура объехала все 300 домов. Значит, выявили нарушения там порядка 40, по-моему, домов. Ну, они не нарушения были, недоделки, недовольство граждан, опять же, там розетка не работает, у кого-то что-то еще. Было принято решение снова, значит, создать бригаду, значит, десант туда трудовой высадили, снова прошли по всем домам, после чего приехал генерал Макеев, значит, с сотрудниками прокуратуры, они были и Собаканы, и Ширинские, местные были сотрудники, разделились на три группы, значит, поехали по всем этим домам, нарушения были устранены, там за исключением двух или трех, я не помню, там тоже какие-то мелочи. Ну и снова объявили о том, что дома закончили. То есть вот таким образом принимались дома, ну скажем, не сдавались в эксплуатацию, но принимались дома на предмет готовности их и пригодных проживаний. А жители каким образом заселялись? Снимается вопрос недвижимости к предъявленному обвинению. Давайте защита по существу предъявленного обвинения. Потасов Юрий Александрович, что у него обвинение, часть 5, статья 90, хорошо. Поясните, пожалуйста, то есть знакома ли вам компания ООС и Глория? Заключался ли с ними какие-либо субподрядные договора? Если вы примерно помните, то даты какие, когда это было, и как произведется расчет указанной организации? С Глория договора, в общем потоке заключались договора. Значит, было дано объявление, например, значит, того, что будет застраиваться Шира. Подрядчиков приглашали на работу. В общем потоке появилась и Сингория. Приехали, точно не могу сказать, несколько человек приехало. Значит, Протасова помню точно. Значит, был еще Мальцев, насколько я знаю. Но я его даже визуально сейчас не вспомню, как он выглядит. Значит, заключили договор, контракт и все. И с самого начала и до конца строительства, до декабря месяца, значит, Протасов отвечал мне, соответственно, за все строительство, за все финансовые потоки и все прочее. Выполнялся контракт справно, у них было заключено три дома сначала, потому что, значит, внешний вид и автомашина Протасова не внушала доверия, поэтому три дома ему дали для пробы построить. Но он их закончил быстро, значит, в августе месяце, раньше срока положенного, он закончил эти дома. И на очередном совещании, когда распределялись дома, отобранные у субподрядчиков, которые, значит, не могли не достроить, не выполняли свои функции, значит, и возложены у них обязательства 6 домов, получилось так, что он взял еще, значит, взял под свою гарантию, под свою ответственность, что он их достроит, значит, и сомнений не оставил. Эти 6 домов он достраивал уже до, ну, где-то, наверное, до середины декабря, когда все не закончилось. Вот на ноябрь 2015 года вот степень готовности объектов Сибгори и документации. Да, насколько я помню, по достройке, потому что я находился в Шира, проживал постоянно там, был на его объектах, два или три дома, значит, они с какими-то нарушениями были, либо недоделками. Значит, я призывал постоянно Протасова, насколько помню. Значит, их доделать, доработать нужно было в одном из домов, по-моему, со скважины какие-то вопросы были, не поступала вода в дом, то она замерзала, что-то еще. В одном доме просто хозяин был недоволен, это, по-моему, на Маяковского, если я так не ошибаюсь. Он постоянно приходил ко мне, этот же, значит, житель, сам хозяин этого дома, там что-то голова у него дергалась, не помню. И постоянно жаловался на Протасова, что вот он там что-то им там не доделывает. Вот. И у всех остальных также, как в Сибугаре, в принципе, он ничем не отличался от других субподрядчиков.
поэтому я значения там особого не придал, все придавал, все шло как шло. Были у меня недоделки на тот момент тоже. Но дома были как бы в степени готовности, которая ну, не оставляет сомнений в том, что дом готов и дом доделан. Просто вот такие вот мелочи. Ну, а в общем за указанный период у вас какие отношения с Протасовым сложились, с Мальцевым? Мальцева, повторюсь, я визуально даже не помню. Один раз его привозил на стройку Протасов, якобы познакомиться, вот директор у меня тут есть, секунд 20-30, может быть, я там поздоровался, пару слов обмолвился и все. Значит, все время, еще раз повторюсь, до конца, до середины декабря, до конца стройки, Протасов отвечал за все дома и вел строительство. Он распоряжался всеми финансовыми потоками, он, значит, отвечал за все материальные ценности, значит, он отвечал за строительство, за сроки, за выполнение. То, что касается бумаг, я с бумагами не работал. На тот момент я вообще не был генеральным директором, поэтому меня это не касалось. У меня был, значит, начальник ПТО Алексеенко Марина Геннадьевна, которая отвечала, значит, за документы. И был генеральный директор Зинченко Анастасия Александровна, которая тоже там смотрела, следила за законностью всего. Поэтому документы я не могу сказать, в каком были состоянии. Понятно. Вот ранее, то есть вы уже пояснили, что с ООО «Горе» у вас был заключен договор субподряда. Какие-то денежные средства Черногорск отдел «Строй» перечислял в ООО «Горе»? Если перечислял, то на каком основании и с чем? За весь период? Ну, за ноябрь 2015 года. Ноябрь. В ноябре было два платежа. Один платеж был 400 тысяч, другой 200. 400 тысяч, значит, позвонил Протасов и попросил дать ему денег, сославшись на то, что он не может, значит, попасть на объект, на свои, чтобы их доделать, что у него там машина сломалась, и какая-то задолженность была перед предприятием. По проектным, по-моему, работам. Значит, попросил, я ему перечислил эти 400 тысяч, но через пару дней, наверное, появился вопрос о том, что деньги он не получил. Значит, проблема не снялась, вот, что стало уже вызывать у меня подозрения. Значит, я начал проверять, сверху делать сальдо, скажем так. Исходя из стоимости, значит, заключенных контрактов и перечисленных денег и отданных материалов. Когда подбил, там получилось больше 3 миллионов. Значит, у меня проблема, значит, снялась, моя внутренняя, что я могу переплатить деньги подрядной организации, это получалось больше 20%, я ему оставался должен. Поэтому 200 тысяч, которые оставались на тот момент на счету, после получения их от УКСа, я просчитал распределение, сделал по всем компаниям, значит, осталось 200 тысяч. Он меня попросил, чтобы я не перечислял их, по причине того, что у него инкасса стоит на счету. Значит, и деньги желательно наличными. У нас был такой момент с несколькими организациями, у кого вот на тот отчетный период была инкасса на счету. И, значит, не первый раз уже мы проделывали, значит, такую операцию, что выдавали наличными по, значит, чекам, кассовым чекам, да, кассовые ордера. Ну, скажем так, бухгалтерия не сильно. Значит, по кассовым ордерам. И то же самое проделали Горе и в этот раз 200 тысяч им выдали. Единственное, что я еще помню, что позвонил директору компании, значит, сказал, чтобы к Протасову попали деньги, ну, то есть к Сиборе попали деньги. Вот. И сказал, чтобы она проследила, чтобы было все законно, чтобы все как положено было. Потому что тень сомнения у меня все-таки осталась. Там, почему у них там 400 тысяч, они не знали, что инкассы, как бы следят ли за этим делом. Вот. Поэтому попросил, чтобы было все законно, и быстро речь передали через кассу. А известно ли вам, кто вот эти 200 тысяч получил? Нет, я дал распоряжение. Больше меня не беспокоил ни Протасов, ни... Вопрос снялся вообще, и больше я не слышал. Не знал даже, там, чем закончилось, как все происходило. У меня пока нет вопросов. Что с вами? Есть. Василий Васильевич, со стороны моей, в вашу сторону, как руководителя ООО «Черногорский застрой», с моей стороны, это представитель УКСа, какие-нибудь палки в колеса вставлялись или какие-нибудь... Смотрите, вопрос. Что значит палки в колеса? Хорошо. Сформулируйте вопрос у вас два защитника.
Вымогательства взятки с моей стороны в вашу сторону были какие-нибудь когда-либо? Я не понимаю вообще такого вопроса. Не знаю, у меня в жизни не было такого, чтобы кто-то у меня что-то мог вымогать. От меня, как от сотрудника УКСа, вы, как предприниматель для Черногорской Геострой, был как-нибудь зависим в чем-либо? Нет, работа, значит, Протасова в УКСе никоим образом не отражалась на его субподрядной работе, на строительстве домов. Потому что меня никак не касалось, что он там занят где-то, значит, каким образом. Чтобы давление какое-то оказывалось или палки. Ну, человек выполнял свою работу, я думаю, что даже, скорее всего, я это назову, помогал. Потому что он с работниками прокуратуры, с сотрудниками, значит, выписывал мне представление на исправление вот этих всех, значит, домов. Их делали. Ну, если бы не он их выявил, значит, выявили бы кто-то другие. Может быть, там администрация или правительство, или сами работники прокуратуры. Это я точно помню, что у нас были какие-то предписания по каким-то домам именно от УКСа. Что неизбежно в любом случае при строительстве такого количества домов и такого количества денег отработки. Нет. Еще вопрос? Уточните, пожалуйста, вот вы в свое время сейчас пояснение сказали, что 400 тысяч перечисляли Протасову. Здесь вы имели в виду что? Значит, поясню. У нас сложились такие отношения с бухгалтером, значит, в коллективе вообще, с директором. Нам для упрощения задачи общения мы зачастую называли, значит, компании именами либо фамилиями. Загоруль, там домострой у нас, Азиз, там как-то компания, там, значит, Юсуф, там, карта какая-то там, я постоянно путал эти названия, их очень много было. Поэтому те люди, которые постоянно общались и постоянно, значит, несли ответственность за свою компанию, мы их по именам называли. И поэтому, когда человек там звонил, либо там подходил, просил, дашь мне, значит, вот такие вот, значит, дам тебе, загоню тебе, и, соответственно, имя шло, либо фамилия следом. Поэтому, если я, допустим, бухгалтеру звонил, говорил, надо Загорульки перечислить, она понимала, что это надо перечислить домострой. Если звонил, говорил, надо Азизу перечислить, она понимала, в какую компанию нужно перечислить, либо дать там наличные деньги. Значит, там несколько еще ряд, я точно не смогу вспомнить, точно так же было и Протасову. Когда он говорил, дашь мне денег, там, у него еще был звонок такой интересный, монету дашь. Значит, это подразумевалось под тем, что перечислять я буду Сибуре, естественно. Потому что сам Протасов не имел никакого отношения, как физлицо, там, ни к строительству, ни к чему. Деньги федеральные, деньги, значит, должны тратиться на строительство, поэтому перечисляли компанию. Подразумевалось Протасов? Протасов подразумевалось Сибуре. Василий Викторович, перечисляя денежные средства, вы предполагали, что если вы их не перечислите, у вас, возможно, будут проблемы с сдачей домов? Двоякий вопрос, я не смогу, значит, сформулировать ответ. Полагаю, если вы деньги в Сибгоре не перечислите, то вы думали о том, что, может быть, у вас будут дальнейшие проблемы? Если я субподрядчику не перечислю деньги, он не достроит. С другими субподрядчиками? Точно такая же ситуация. У меня на тот момент, в ноябре месяце, они как, значит, сорвались, узнав, кто-то распространил все-таки информацию о том, сколько денег осталось, там порядка 40 миллионов. Осталось УКСа невыплаченных, ну, значит, коммерческую тайну слили. Они начали между собой подсчитывать, значит, с такими круглыми глазами, начали понимать, что денег всем не хватит, поэтому они судорожно все стали у меня выпрашивать деньги под разными там рода причинами. Значит, кто-то говорил, что у него там умер родственник, у кого-то там жена резко забеременела, у кого-то там машина там разбилась. Значит, у Протасова в том числе, значит, оказалось так, что у него там машина сломалась. Все в общей куче, именно так все мне и представлялось. Поэтому еще раз задайте вопрос, чтобы я точно ответ сформулировал. Перечисляя деньги Сибгория, вы предполагали на тот момент, что у вас, если вы их не перечислите, то у вас могут быть проблемы с сдачей домов, в том числе другим субподрядчикам? Только с задержкой строительства, с окончанием строительства. Он не мог попасть на объекты из-за того, что там вот он, как он мне говорил, что у него нет машины.
кто-то не мог приехать, потому что ему надо хоронить родственника, а денег нет. Значит, кто-то еще как-то. Именно задача домов по Сибгории. Ни Сибгории, ни других домов к этому отношению никакого не имел. Я был должен деньги, причем приличные деньги. И выяснил я это уже в либо конец октября, начало ноября, когда вот он начал просить деньги, я выяснил сайт, значит, на конец, что я им должен больше 20%, платить однозначно пришлось. Поэтому мне проще было платить частями, чем в конце там большую сумму какую-то выдавать. Нужны деньги с субподрядчиком в Сибгории. В Сибгории, да, естественно. Еще вопрос. Стороны обвинения, ваша честь, лишена перед, поскольку стороной защиты в настоящее время представляется доказательство перед тем, как их сторона обвинения будет предъявлять, задавать свои вопросы, у нас будет ходатайство и в присутствии свидетеля воспроизвести записи его телефонных разговоров, которые имеются в материалах дела, и у нас просто будут еще возникнуть вопросы по данной записи. Ну, по записям у вас возникнут вопросы, сейчас подогружу, потом записи послушаем, потом зададите по записи. Если желаете, ответите. Нет, я взял 51-ю статью, поэтому... Тогда перерыв на 10 минут. Остается вопрос об осмотре и прослушивании вещественных доказательств, которые не являются CD-диски телефонных переговоров. Сторона защиты мнение единое, а ты поддерживаете мнение. Не возражаете? Выслушав мнение участников процесса, суд постановил удовлетворение ходатайства стороны защиты отказать, поскольку оснований для осмотра и прослушивания CD-диска не имеете. Кроме того, ваша ходатайство чем мотивируется прослушивать CD-диски? Ваша честь, чтобы свидетель пояснил, во-первых, был, имел факт, данного разговора нет, поскольку в экспертизе у нас было отказано, первоначально фоноскопическое, то есть подтвердил факт данного разговора, и более это голос, и вообще пояснение, о чем этот был разговор. Мнение единое? Да, ваша честь. Сторона государственного обвинения. Мнение такое же. Выслушав мнение участников процесса, также отказать в прослушивании и осмотре CD-дисков телефонные переговоры, поскольку оценка принадлежности голосов будет дана судьба в совещательной комнате при вынесении подобного решения по делу. Еще будут заявления, ходатайства, вопросы. Вы согласны ответить на вопрос? Да, конечно. Пожалуйста. Василий Васильевич, вот все-таки уточните, пожалуйста, вот деньги про 200 тысяч, у нас был разговор, вы все-таки с какой целью передали? Что это были? Ну, для чего это был долг? Я уже отвечал уже на этот вопрос. Ответьте на вопрос. Это был долг Сибгории. Еще вопросы будут? Если ждете. Будете. Ваша честь, у нас также имеется ходатайство о допросе свидетелей Алексеенко, дополнительно также хотим попросить свидетеля Зинченко. Ну, поскольку... Так, и свидетель.
Ну, поскольку сегодня их явка не обеспечена нами, но на завтра запланировано судебное заседание, просим объявить перерыв. И завтра мы, да, явку данных свидетелей обеспечим. Еще раз перечислите свидетелей. Зинченко, Алексеенко, Малахов. Ну, и впоследствии после допроса указанных свидетелей, допрос процедурного. Я возражаю против объявления перерыва сегодняшнего судебного заседания. Считаю, что ходатайство стороны защиты о дополнительном допросе свидетеля Зинченко Алексеенко не мотивирован и не обоснован. Данные свидетели уже допрашивали в судебном заседании, в том числе сторона защиты задавала им все вопросы без какого-либо ограничения. Что касается допроса свидетеля Малахова, ходатайство данное также не обосновано. Ну, кто-то в ответе Малахова по каким вопросам имеет ли отношение к существу предъявленного протасу обвинения, также не установлено. И стороны защиты не обоснованы, поэтому я считаю это надуманным основанием, которое свидетельствует об умышленном затягивании стороны защиты процесса, поскольку значит, в прошлом судебном заседании, насколько было озвучено стороны защиты, после допроса свидетеля Смольникова, Протасов готов был дать показания в качестве подсудимого. Однако сегодня, как видно с позиции стороны защиты, также срывается допрос подсудимого, что я подозреваю именно умышленное затягивание процесса. Свидетель Зинченко допрашивал в судебном заседании стороны защиты. Также было предоставлено возможность допроса данного свидетеля относительно Малахова, стороны обвинения вообще возражает, как данный гражданин присутствовал в судебном заседании. Выслушав мнение участников процесса, суд постановил удовлетворение ходатайства об объявлении перерыва отказать. Кроме того, если защитой будет представлено данное свидетеля. Юрий Александрович, вам предоставлялось время для дачи показаний, кроме того, вам дважды разъясняла статья 51 Конституции Российской Федерации. Я вам дополнительно разъясняю статью 51 Конституции Российской Федерации, потому что вы вправе не свидетельствовать против самого себя, своих близких родственников. Кроме того, при согласии дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Вы готовы дать показания? Да, ваша честь, я готов. До свидания. Сегодняшнее судебное заседание готово. Ну, хотелось бы после допроса свидетелей. После допроса свидетелей, чтобы. То есть вам еще необходимо время. Да, то есть мы просим допросить свидетеля Алексеенко Марину Геннадьевну, поскольку она является инженером ГТО Черногорской. Ваше ходатайство по свидетелям уже судом разрешено. Да. Вам необходимо время. Да. Для дачи показаний. У нас запланировано.